Привет, друзья! Привет всем любителям симрейсинга и автоспорта. Так, хотел я с вами поделиться. Вчера обнаружил, что не так давно вышел фильтр для Assetto Corsa старый, первый. Horizon называется. В общем, скачал я вчера, установил вместе с последней версией мода Soul. И, в общем, игра преобразилась, графика просто феноменальна, теперь очень реалистична, максимально приближена к реальной графике, скажем так. Ну, посмотрите, насколько все красиво, и не побоюсь этого слова, у вас эта Corsa старая с этим модом стала, наверное, самой красивой игрой компьютерной, гоночной сейчас. Ну, посмотрите, какая графика, посмотрите, какой блюр классный, какое боке, как фары светятся. Я проехал вот два круга в спа, собственно, повтор вам этих кругов показываю. Первый круг с включенными фарами, с включенными фарами, и второй круг будет без включенных фар вот на этом Porsche. И потом сразу следом я покажу заезд в Assetto Corsa Competizione, чтобы вы могли сравнить графику. Ну, не знаю, мне графика вот с помощью этих всех модов в старый Assetto Corsa нравится гораздо больше. Камера вообще здесь круче гораздо расположена, чем в новой Assetto Corsa Competizione. Все это делает там один человек, я так понимаю, все эти шейдеры, моды всякие вот эти. Ну, не один, но на базе его всех этих вот шейдеров все это вот так вот строится. Очень-очень все круто. Ну, смотрите, фары просто великолепные. Сейчас время суток где-то 7 часов. Я поставил по времени спа Франкуршам. Здесь такой закат, такой золотой час, что называется, у фотографов. Поэтому такой свет, теплый такой оттенок падает на трассу. Ну вот, мы заканчиваем, собственно, первый круг с включенными фарами. Сейчас я фары выключу. И мы проедем уже без включенных фар, чтобы вы посмотрели, как это выглядит без включенных фар. Потому что фары все-таки добавляют, мне кажется, дополнительный реализм, потому что уж очень круто они сделаны. Вот. Сейчас фары должны будут погаснуть. Я выключил фары. Поехали мы на этом Porsche RSR 2017 года, если не ошибаюсь, по этой замечательной трассе. Смотрите, какой классный, как все блюрит. Эти все так называемые боке, да? Красиво. Красиво выглядит. В некоторых ракурсах прям вообще не отличить от реальности. Вот этот, например, вот с этого ракурса, с этой камеры прям вообще просто огонь. Бомба. Просто нравится смотреть. И вот я когда только установил его вчера, просто часа 4, наверное, ездил, катался на разных машинах, на разных трассах, смотрел, как красиво это выглядит. Есть, конечно, там свои недочеты, но ребята работают, ребята улучшают, и продолжат они так дальше, и новая Corsa выйдет на новый уровень, старая Corsa выйдет на новый уровень, и новая Corsa не будет не нужна никому. Потому что тут гораздо больше автомобилей, и класс GT3 есть. По физике они, ну, конечно, они отличаются, да, там Assetto Corsa Competizione более продвинуто, но я бы не сказал, что там прям какой-то рывок значительный был отношению к первому Assetto Corsa. Ну, по крайней мере, по пилотажу, по технике пилотажу, по какой-то обратной связи на руле, которую я получаю, большой разницы нету. В каких-то моментах мне даже старый Assetto больше нравится, ребят. Вот. В общем, завершаем мы круг здесь. Сейчас я там приторможу, поморгаю фарме еще разок, и дальше пойдем смотреть уже повтор Assetto Corsa Competizione.
Может быть, я в сравнении пока еще сам не видел, когда смонтирую, может быть, будет все-таки увидно, видна будет разница в пользу компетиционе, но пока что вот то, что я увидел, старый ассет просто великолепный. Смотри, как фары загораются, тохнут, как, какие блики вообще. Супер! И даже дым от дисков тормозных идет. Ну, теперь давайте посмотрим, собственно, повтор заезда в Assetto Corsa Competizione. Первый круг без фар будет. И второй круг с включенными фарами всеми в режиме Endurance. Ну, по графике, ну, модель трассы более детализирована, да, больше деталей на трассе. Тоже красивая модель машины, больше деталей имеет, мне кажется, более детализирована. Но вот как бы сама картинка, да, сама графика красивая тоже, но не знаю, там какая-то как будто бы не знаю, художественная обработка, что ли, то есть там в некоторых местах смотришь, кажется, что ну, тяжело отличить от реальности, что называется. Здесь все-таки, особенно вот на таких вот ракурсах, видно, что это игра компьютерная. Ну, вот здесь тоже красивый ракурс, но все равно вот эти поребрики, которые там лежали, не хватает блюра, что ли, от движения камеры, то есть, хотя у меня блюр на максимум включен, по-моему, в настройках, то есть, он есть блюр, вот вы видите, да, то есть, это блюрят объекты, когда быстро движутся, ну, вот здесь вот было похоже на реальность, но все равно. Ну, тоже красиво. Тоже красиво. И вообще, я считаю, что разработчикам Assetto Corsa Competizione надо бы побыстрее дать уже доступ модерам. Потому что хочется увидеть другие автомобили. Хочется увидеть уже Нордшлайфе наконец-то в этом симуляторе. Потому что, когда они только его анонсировали, выпускали там, то разработчики говорили, что возможности по модам будут такие же аналогичные первые ассеты. Вот. Ну, пока... Потому что я думаю, что модеры бы уже быстро давно накидали туда и Нордшлайф, и остальных трасс, и машин обычных бы засунули из первого Assetto Corsa с оригинальной физикой. Не хватает уже немножко этого. Уже, я думаю, многим поднадоело уже на одних и тех же машинах ездить, на одних и тех же трассах. Не, такой, не так много контента. Вот, поэтому хуже от модеров точно не будет, так как они приукрасили первого Assetto Corsa. Это, конечно, заслуживает похвалы, при том, что разработчики первый раз этой Corsa говорили, что нет, графический движок не позволяет сделать, чтобы фары горели там и так далее. Но вот сейчас включим фары, посмотрим, как оно с фарами будет. Так, ну вот одни фары, вот вторые снизу загорелись. Ну, тоже симпатично, но... Нету вот этих вот звездочек, что ли, бликов, да, на линзах. Но свет тоже очень, естественно, горит, очень натурально. Вот так вот, ребят, ну... Собственно, я вас попрошу написать в комментариях, что вы думаете по поводу вот этого графического мода, который сейчас предложили нам в первого Assetto Corsa. И надо ли разработчикам Competizione дать доступ уже, наконец-то, модерам к нормальной, полноценной, к Competizione, потому что ну, лично мне хочется дорожных автомобилей, хочется Нордшлайфе, потому что именно с точки зрения пилотажа, с точки зрения вождения, да, в игре, дорожные автомобили, они всегда поинтереснее, потому что у них нет аэродинамики такой, они гораздо более сложные с точки зрения управляемости в пограничных условиях, скажем так. Вот. Колежение там у них больше, в общем... Я думаю, что
лишним это точно не будет. И только увеличит количество поклонников в компетиционе. Ну, мы заканчиваем проезд. Я надеюсь, вам понравилось. Вы что-то новенькое узнали. Я в ссылках к видео, в описании к видео размещу ссылочки на этот мод, который я вчера установил. Вот. Всем рекомендую, попробуйте. Я думаю, что вы останетесь в восторге от того, как преобразилась графика на повторах в первый Assetto Corsa Competizione. А на сегодня все, друзья. Всем спасибо за внимание и до скорых встреч. Пока!